Олимпийские чемпионы Александр Мальцев и Виталий Давыдов возглавили московское «Динамо» в товарищеском матче с питерским «СКА». В апреле ветераны отечественного хоккея отметили юбилей. Мальцеву исполнилось 60 лет, Давыдову 70. В игре против «СКА» под их руководством на лед вышли как действующие хоккеисты, так и бывшие игроки «Динамо» Михаил Штабенков, Александр Фаткулин, Андрей Попугаев. Праздничная игра закончилась поражением юбиляров. Наставнику «СКА» Барри Смиту в этом матче помогал Вячеслав Фетисов. Их подопечным победили 7-4.